Приветствую всех на своем канале, гостей, подписчиков своих дорогих. Давайте вспомним про один интересный дом, ЖК Рахманиновские курорты, или Рахманинов, коротко говоря. Очень интересный дом, хорошая территория, детская площадка, зона барбекю. Вот эти вот внутренние убранства парадной подъезда. Очень симпатично, интересно, мне кажется. Комфорт-класс, до моря 200 метров. Есть квартиры с ремонтом и без, есть квартиры большие и средние. Вот парковка придомовая небольшая, уже там лягушки стоят, вижу. С парковками, конечно, будет не очень вольготно, но вот видите, можно и пристроиться вот так рядом вдоль дороги, что дорога особо, ну, не шумная, такое вообще тихое, спокойное место, зеленое такое, старое советское, вот эта вот канатная дорога, это не лэпка какая-нибудь. Не подумайте, чего плохого. Вот, до моря вот здесь пойтись вниз. Давайте пройдемся по карте, прогуляемся опять. Смотрите, какие деревья, в принципе, зеленый район. Очень интересно для тихого, спокойного отдыха. Общественный транспорт здесь ходит, ну, в общем, не очень-то резво. Видите сами, что это переулочки такие. Выход на пляж у вас закрыт санаторием «Радуга». И вам придется платить за проезд, договариваться с администрацией и взять абонементы и ходить свободно на этот пляж. Это самое лучшее решение, на мой взгляд, потому что, ну, все-таки он так близко, что ходить вокруг, вот здесь вот можно, конечно, все это обойти. Вот здесь пройтись по зеленым улочкам и на соседнюю улочку, и пойти по политехнической, там есть дорога, сейчас покажем ее тоже. Но мне кажется, лучше все-таки сразу уже договориться вот здесь и ходить на свой ближайший пляж. Но это по выбору. Сходите и туда, решите уже сами для себя. Вот здесь есть рядом еще одна улочка. Вот здесь вот, если мы пройдем по вот этой тенистой улочке, попадем вот на эту. Такое интересное тоже по расположению. Вот, ну, тоже сплошные заборы, в общем, санаторий, мне это все, это очень, конечно, не нравится. Я не понимаю, зачем все это огораживать, когда можно просто попросить не заходить и штрафовать, допустим, проверять там пропуски, не знаю, ну, или сделать нормальный проход, чтобы люди могли пройтись удобно и туда, и сюда. Ну, территория, территория, деревья, деревья, что там мы не видели. Но в Сочи очень много этих заборов, которые действительно все раздражают на самом деле везде. Вот политехническая улица, она тоже такая интересная, такая зеленая. Ну, это она выходит уже на пляж. Можно пройти на бесплатный пляж, пешочком прогуляться. Тем более место очень зеленое, интересное. Ну, вот такой в целом район. Интересный, но много, конечно, заборов. Когда-нибудь, я надеюсь, все их уберут, вообще все заборы уберут, просто сделают нормальные улочки, чтобы людям было ходить удобно, прямо, чтобы они не заворачивали на чужие территории, все это указатели поставить просто-напросто. Но вот, честно говоря, ходить вдоль этих заборов не очень приятно, но, тем не менее, все равно район, мне кажется, приятный для отдыха, тихого, спокойного, нешумного, без этих всяких вот центральных мест отдыха любимых, как говорится. Если вы хотите просто море, просто тишину, просто природу, чистый воздух, спокойствие, то этот район для вас. Вот. И самое интересное, что там квартиры в этом доме. Ну, смотрите, хорошая улочка, в принципе, но вот как-то вот эти вот все заборы. Честно говоря, везде они надоели. Все заборы надо снести. И я не понимаю, зачем нам забор, когда можно сделать просто хорошие прогулочные дорожки, чтобы было удобно, комфортно проходить до моря. Никому не интересно гулять по чужой территории, уверяю вас. Ну и вот давайте смотрите. Рахманиновские курорты. Самое интересное, почитаем наверху. Это новый современный архитектурный проект. Действительно архитектурный. Вспомнили это слово. В данном случае комфорт-класс в престижном микрорайоне Новый Сочи.
тихом, умиротворенном действительно месте. Имеется лифт, придомовая парковка. Дом сдан. Ипотека, материнский капитал, рассрочка, все имеется, никаких доплат. Вот такие ремонты интересные, действительно хорошие ремонты. И вот по акции, давайте посмотрим, розовенькие, малиновые, это по акции. Салатовые, это с ремонтом. Вот есть по акции 65 квадратов за 13 800, и есть с ремонтом 57 квадратов практически за 15 363. Мне кажется, нормальные цены по сравнению с новостройками. Ну и вот есть без ремонтов варианты. 50 квадратов за 12 миллионов. Есть вот огромные квартиры. 122 квадрата, 150, 100 квадратов. 151 квадрат, 37 миллионов. 129 квадратов, 32 миллиона. Ну, огромные квартиры. Черновой отделки. 50 квадратов за 12 миллионов. В общем, интересные, нормальные цены. Вот такие планировки. В целом, в общем, интересный дом. Такой симпатичный, на мой взгляд. Если вам тоже понравился, если у вас есть вопросы, звоните, пишите. Номера телефонов перед вами. Всем пока. Чтобы было вот так.